Жизнерадостная, душевная, организованная и всегда с улыбкой. Такой Наталью Чижову знали журналисты. С акулами пера она на протяжении всей служебной деятельности работала в тесном тандеме последние 13 лет. Всего же в органах внутренних дел Наталья прослужила 18 лет. С 2005-го в должности старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ УВД Бобруйского горисполкома. В апреле прошлого года майор милиции в запасе ушла на заслуженный отдых. Вышла замуж и уехала жить за границу. Вскоре врачи обнаружили у нее тяжелое заболевание. Почти 8 месяцев Бобруйченко боролась с недугом. 16 июля родные сообщили страшную новость о смерти Натальи. Ей было 47 лет. Отзывчивый, добрый человек. Она всегда шла навстречу, всегда помогала, всегда, как говорится, во всех делах была, можно сказать, первой. Ну и работала, конечно, добросовестно. Конечно, жалко, что такие люди уходят из жизни, особенно так рано. Это человек высоких моральных и деловых качеств, и только так ее могу характеризовать. Вот, жалко, конечно, что таких людей становится меньше и покидают нас. Все, кто ее знали, никакого никто плохого слова об ней никогда не сказал бы. Сказали, что мама держалась тяжело, дочь то же самое. Ну, от нас всех просто вечная память. Будем помнить, она оставила в этой жизни свой лепту. А мы, как бывшие коллеги, сослуживцы, которые работали с ней, мы очень-очень-очень переживаем за все это дело. И, конечно, соболезнуем родным. Маме, дочке, отцу.